Баку только что произошел взрыв напротив клуба «Рум». Большое количество погибших, раненых. Я не знаю, рвануло что-то вроде газового баллона или не знаю чего. Пока устанавливают. Внутри было человек 20, 30, 40, 50. Непонятно, сколько человек было. Огромное количество. Это люди, которые смогли вырваться оттуда. На данный момент здесь паника. Раненые просто лежат на земле. В общем, нет никакой информации на данный момент. Просто вы сами знаете, ребят, вот это самое популярное место в центре Баку. Это центр Баку. И взрыв, который... Ну, все люди, кто без глаз, кто без руки, кто... Просто невозможно что-либо описать. Fucking God. Shit. What's happening?